Всем привет! Сегодня у нас на обзоре аэрограф пневматический фирма Патриот АВ-200. Рабочее давление от 0,5 до 3,5 бар, 20 литров в минуту, 0,8 миллиметров сопла, емкость бака всего 22 миллилитров, резьба под 1,4. Выглядит он, не выглядит, а идет он в такой вот упаковочке, довольно-таки маленький, как и в принципе сам. Вон, смотрите. То есть он идет в кейсе, и за это уже однозначно плюс. Комплектация у нас сам аэрограф, две регулировки, регулировка давления и регулировка факела. Для чего, я не знаю. Вероятнее там замерять какие-то объемы. Идет баночка для покраски и еще одна баночка, за что тоже плюс. Также идет переходник под, судя по инструкции, под какой-то баллон, под какой, я не знаю, не разобрался. Идет шланг и переходник. Сейчас мы соберем, попробуем что-нибудь им украсить. Шланг у нас с резьбовыми сиденьями с двух сторон, при этом его длина около метра 20, метр 30. Сейчас будем подключать и пробовать. Ребята, смотрите, с чем мы столкнулись. Во-первых, баллончик вставляется сюда с краской. Два штуцера, они абсолютно одинаковые. Сейчас вам продемонстрирую. Смотрите, так, это я сниму. Один. Закручивается. Идеально. Берем второй. Закручивается. Идеально. Берем под баллон идеально. Будем считать, что ту, наверное, проверяли. Все выпало из рук. Закручивается идеально. Сейчас я вам все-таки покажу, продемонстрирую, что они обе. Идеально. То есть собирается он у нас по такому принципу. Сюда мы закручиваем. Сюда вставляем краску. Нажимаем. Все дует. Для подачи воздуха нам надо переходник такой вот. И тут у нас начинается проблема. Он просто не закручивается. Вот что бы я ни делал, я не знаю. То есть это просто качество, видимо, запчастей, штуцера. По идее, одно и то же. Но здесь попробую посмотреть. Резьба отчетливо видна. Угу. Давай, до свидания. В общем, поверьте на слово, что здесь резьба отчетливо видна. А здесь вот она еле-еле нарезана, и она просто, видимо, не цепляет. То есть по факту мы даже не можем. Из-за бракованного аэрографа мы даже не можем его протестировать. И это трындец. Вот вам и Патриот. Так что, наверное, все-таки откажитесь от покупки данного аэрографа. Всем пока. Подписывайтесь на канал.